В Бердское приехал давно, зимой, на дядиной машине. Сначала мама отправила меня на самолете. Я один летел. Купила билеты и меня одного отправила. Я у нее спрашивал, почему меня отправляешь к папе? А она сказала, просто так. Меня встретила бабушка. Я жил все время у бабушки. Мама не отвечает на мои звонки. Я по ней скучаю. Бабушка думала, что Юнона — это лагерь, и отправила меня сюда. Это приют, да? Мне здесь нравится. У меня уже есть друзья. На улице мы играем в прятки, в догоняшки, в зайку-попрыгайку. Я хочу жить с бабушкой. Я очень ее люблю.